Премьера спектакля «Пластика», который рассказывает о загрязнении Мирового океана, прошла в присутствии специально приглашенных гостей. Из Санкт-Петербурга приехала ведущая актриса театра имени Ленсовета Светлана Письмиченко, а из Уфы художественный руководитель театра «Республика Икс» Гюзель Абушахманова. Мы, как старшие товарищи, иногда приезжаем сюда, чтобы дать совет, увидеть и посмотреть, куда развивается студия. Конечно же, мы в течение года очень часто приезжаем друг к другу. В Петербург приезжают студии, мы общаемся, обмениваемся опытом. Потом у нас, знаете, такая творческая лаборатория, которая не заканчивается никогда, ни днем, ни ночью, ни в зависимости от года и времени. На отчетном концерте воспитанники сочинской студии Константина Хабенского продемонстрировали все, чему научились за 3 месяца.